небывалой красоты построен, даже не знаю, что такое, город-сад. Да? Такой комплекс с шикарными парками, вот этот навесной мост гениальный, удивительной красоты. И вот сегодня у меня был концерт в медиа-центре. Потрясающее на потолке северное сияние. И такая теплая какая-то атмосфера. И чудесно принимает публика. Вообще это огромное счастье, что появляются в Москве и в России такие грандиозные залы. Ночь светла, вот река. Просто получилась же совершенно потрясающая история. Первый концерт, который здесь прошел, он прошел с участием Геликон оперы. И это замечательно, потому что мы открываем людям такие удивительные места. И все эти люди с таким восторгом ко мне сейчас подбежали там трое. Говорят, а где мы хотим к вам на спектакль? И, конечно, я их пригласила на спектакль, потому что ну, все в потрясающем восторге. Ксения – великолепная певица с прекрасным голосом. Мы получили огромное удовольствие. Большое спасибо. Просто феерично. На самом деле, почаще бы такие вот, если проводятся сейчас субботу, пятницу, воскресенье будет. Вообще для зрителей интересно вживую увидеть, услышать все это. Концерт был очень хорошо построен. Прекрасные музыканты, которые аккомпанировали Ксении. Очень интересно и неожиданно для меня открылась новая певица Ксения. Очень понравилось, спасибо. Многие гости нашей столицы могут посетить этот концерт вместе, посещая парк Зарядье. Поэтому, кажется, все получилось прекрасно.